На нахер, хавай, ублюдок. Всем привет, друзья, с вами Рафаэль Хайтек. Сегодня мы играем в Starfield, и я вам покажу быстрый гайд о том, как стать пиратом. Альтернативная версия. Давайте посмотрим и начнем. Итак, в общем, что нам нужно? Попадаем в Атлантиду, проходим первые миссии, находим артефакт и двигаемся дальше. Для этого нам нужно сделать какое-то преступление. Совершить здесь. Давайте заранее F5 нажмем, сохранимся. И смотрите, что мы делаем. Заходим сюда, берем вот эту штуку. Вот так вот несем ее, потому что иногда не срабатывает. Выходим на поляночку. Готовы? Сейчас будем на корабль бежать. Поднимаем. За нас назначена награда, потому что мы украли ее. И бежим на свой кораблик. В общем, это альтернативная версия того, как можно попасть к пиратам. И я вот попробовал, проверил, что это работает. И думаю, вам тоже будет интересно посмотреть. Смотрим. Прием. Ничего, то, что на мне штраф. Во. Во. Вот и квест у нас. Можно было, в принципе, не взлетать и остаться. Давайте, нажимаем, можем приступать. И нас отправляют как раз-таки на корабль. И это первый квест по вступлению в пиратство, скажем так. То есть начинается все с воровства. Путь пирата, скажем так. Ух, сейчас мы такое тут устроим. Они даже себе не представляют. Идет, короче, капитан. Бдительного. Ну, я делаю, типа... Оплачу штраф. Не в этот раз. Криминальный инцидент. Так, давайте перейдем к сразу к делу. Сиздев, короче. Типа спецслужба специальная. Я не имею никакого отношения к Багровому флоту. В общем, здесь самое главное, вот принимаем предложение. Если мы отклоним, да, то цепочка квестов, скорее всего, не запустится. Мы, ну, если мы отклоним, просто отправимся в тюряшку за то, что натворили. И принимаем предложение. Во, не пытайтесь покинуть корабль, говорит. Но мы-то не будем его слушать, наверное. У нас, так говорится, своя голова есть. Во, и тут начинается самое интересное. Готовы? Опачки. А вот, друзья, и начинается квест. Теперь оборона ваш враг. То есть мы уже сразу выбрали сторону пиратов. То есть просто убрали все квесты их. Так, давайте облутаем все это дело. А каких-то квестовых персонажей, как я понял, мы не можем убить. Так, давайте-ка. Че вскочил-то? Я тебя приструнил там уже. Так, кто-то нас поджигательными патронами пристрелил. В общем, что, мы находимся... Так... Тебя еще не уложили спать. Нас хотели взять под прикрытие, чтобы мы внедрились в Багровый флот и начали, так скажем, уничтожать его. Но мы решили, что будем поступать совсем по-другому. Теперь, короче, можем лутануть все спокойненько. С превеликой радостью. Люблю я лутать все. И далее отправляемся по миссии. Ладно, давайте это заберем. Что же нам теперь делать? Нам нужно покинуть корабль. Ну, это, по-моему, самое очевидное. Здесь все закрыто, так что туда нет смысла идти. Так, оружие на изготовность сразу. Сейчас будем делать им сюрприз. Ох, прекрасное оружие, друзья. Сочный, мощный дробаш. Так, а где у нас наш корабль-то? Давайте посмотрим. Так, это не то. Двигаемся к своему кораблику. Так, где он находится? Оно? Не оно. В рубку. Отыскать Багровый флот начинается задание. Ты действительно думаешь, что у тебя есть шансы против всего флота обороны? Всем кораблям.
уничтожить, короче. И смотрите, с нас снимается судимость при этом, что самое интересное, и мы должны отыскать пиратов. Смотрите, как я отыскал пиратов, поскольку я нахожусь, так, подождите, я в Солнечной системе уже нахожусь. Давайте тогда отправимся, знаете, куда? Я решил отправиться на Марс изначально, да, потому что знал, что там можно получить цепочку заданий, чтобы у нас, ну, как-то контактировать с пиратами. Так, почему-то мы не можем отправиться, видимо, надо на другую планету. Ну ладно, увидимся на Марсе. Так, ну что, вот мы на Марсе, и давайте будем проходить в город и посмотрим, что же произойдет дальше. Мы убежали от Сиздефа, с того корабля, то есть не стали подчиняться и просто убежали. Давайте посмотрим, что же произойдет дальше. Вот это меня реально удивило. Вот она, Сидония родненькая, Марс. Чувачок опять голый ходит, тут баг какой-то у них. Эй, хочу с тобой поговорить. Мои друзья прознали про твои связи с обороной, окей. Они хотят обсудить это. Продолжай говорить. Нет смысла, мне больше нечего сказать. Все, что нужно тебе знать, находится здесь. Возьми. Удачи, она тебе понадобится. Приглашение. То есть вы поняли, да, друзья? Мы получили приглашение от пиратов. И это было очень-очень интересненько. Давайте посмотрим, дали ли нам что-то. Так. А, смотрите, я даже этот, собрал жетон. Так, никакую книжку нам не дали. Приглашение. Впечатляет. А, смотрите. Впечатлена тем, как ты сработал с законниками. Если хочешь подзаработать, найди Адлера Кэмпа в сломанном копье и сделай все, что он тебе скажет. Донесешь властям, и ты даже не успеешь пожалеть об ошибке. То есть, смотрите, как получается, да, нас так прям сразу быстро привели к знакомству с пиратами. Ну, потому что если мы убегаем, да, как вот мы найдем пиратов? Вот, получается вот так. Ведут нас куда? Давайте-ка посмотрим по миссии. Сломанное копье. Это бар. Ну, я думаю, что вы поняли, вот такое вот вступление, скажем так, к Багровому флоту, и можно попасть и стать пиратом. То есть намного сократить все это дело и не подчиняться, например, противникам пиратства, да, законникам, и быть пиратом. Все, друзья, на этом все. У моего персонажа закатываются глаза, так что пора заканчивать. Все, надеюсь, вам было интересно. Всем пока. Ставьте лайки.